Про Машеха продолжаю. Значит, слышал я так, что когда будет вот эта Третья мировая, все нации встанут против Израиля. Все. Но. И пойдет такая вещь, что они не смогут. И тогда надо будет помощь. Теперь никто не знает, где 10 потерянных колен. Теперь есть такая вещь, называется самбатьон. И есть мнение, что они пропали туда, ушли. Самбатьон. Что это такое? Теперь это не мнение. Это не мнение. А что это? Это... Что такое самбатьон? Сейчас. Давай. Самбатьон это совсем другая лекция. Но это оттуда выйдут и начнут воевать на весь мир. Вот такое мнение. 12 потерянных колен. И Машиах... Нет, 10, сейчас 2 колена. Мы с тобой из 2 колен. А, извини, 10 не 12, 10. Да, всего 12, но 2 это мы. Да, а 10, извини. Да. Я просто отвлекся, у меня телефон зазвонил. Дело не в этом. Дело в том, что они выйдут и начнут воевать. На весь мир офигеет, что происходит. Этот Голливуд отдыхает. Там будет такая война. Они сейчас только начинают. Что будет происходить? О, сейчас мы затронемся. Давай на интересную тему поговорим. Знаешь, какая? О летающих тарелках. Давай.